Киевский политехнический институт, или просто КПИ, именно по таким названиям киевляне знают это учебное заведение. Сейчас полное название звучит так: Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Основан в 1896, хотя некоторые считают, что датой основания является 1898, как раз тогда, когда он открылся. Сегодня входит в первую сотню лучших высших учебных заведений мира и первую тройку лучших вузов Украины. С институтом связано много имен, перечень которых может занять много времени. И одно из них, например, Дмитрий Менделеев. Да-да, тот самый, таблицы химических элементов которого мы пользуемся по сей день. 16 мая 2018 года Национальный банк Украины выпускает памятную медаль. Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. И это первый обзор на канале не монеты, а медали. На аверсе медали размещено главный корпус университета, над которым малый государственный герб Украины, и год открытия университета – 1898. Сейчас вы можете видеть, как главный корпус КПИ выглядит сегодня. Здание выполнено в романо-ренессансной стилистике из кирпича с применением лепки искусственного и природного камня. По архитектурно-художественным качествам главный корпус КПИ является лучшим сооружением Киева учебного назначения конца 19-го – начала 20-го веков. Главный корпус имеет свою башню. Сегодня арт-пространство с галереей искусств. По окружности медали надписи «Национальный технический» вверху, «Университет Украины» внизу. На реверсе медали изображен портрет Игоря Сикорского, имя которого и носит КПИ, справа от которого его выражение: «Снимаю шляпу перед Альма-Матерь, которая подготовила меня к покорению неба». Это первый в мире памятник Игорю Ивановичу Сикорскому и установлен на площадке у бывшего ангара, ныне отдела истории авиации и космонавтики КПИ. Сикорский вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов. Но больше всего талант авиаконструктора раскрылся в разработке вертолетов, выпускаемых созданной им в США авиационной корпорацией, ныне носящим его имя. Игорю Ивановичу Сикорскому посвящена монета, выпущенная в 2009 году, обзор которой вскоре на нашем канале. Вверху полукругом надпись «КПИ имени Игоря Сикорского», под которым герб университета. Внизу год чеканки 2018 и логотип банкноты монетного двора Национального банка Украины. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю крепкого здоровья и нумизматической удачи. Увидимся!